Мы с тобой два берега у одной реки. Эта старая песня стала обрастать новым смыслом, ведь еще недавно петь было, собственно, не о чем. В Нарве и в Ивангороде берега были-то не очень ухоженные, набережных толком не было вообще, а Нарвский берег пугал народ разваливающимися бастионами, которые на самом деле могли бы стать суперинтересным туристическим объектом. Да и порта нормального речного на эстонской стороне не было, а ведь в давние времена именно Нарва являлась речными воротами из России в Эстонию. Теперь уже можно сказать, что традиции нарвских речников продолжаются, или, вернее, возрождаются из небытия, как и нарвский речной порт. Когда-то в 19 веке, в начале 20-го, это действительно был порт, по которому очень много грузов двигалось. Потом и река обмелела, и как-то вот это вот речное движение потеряло свое значение, и все здесь ушло, пришло в упадок. И за последние годы, ну, в 90-е годы особенно. Потом постепенно, вот у меня за спиной, это бывшие кренгольмские склады, да, значит, по два бокса в год стали приводить в порядок, реновировать. Сюда переехала секция грибного спорта. Сюда постепенно стали перебираться и другие организации. Здесь появился молодежный ресторанчик, очень популярный в городе. И вот этот год стал таким ударным, когда закончилась реализация реновации Нарвского порта. Особой гордостью норветян, конечно, будет променад вдоль реки, куда удивительным образом впишутся и бастионы. Восстановление идет с рекордной скоростью, причем сюда, к променаду и порту, пролагается и уже проложена частично дорога, которая будет готова в ближайшее время. Нужно только дополнительно укрепить бастионные холмы, чтобы избежать оползней, которые вообще характерны для берегов Нарвы. Кстати, кое-где дорога в этом месте будет расширяться для создания смотровой площадки. В общем, влюбленным будет приятно полюбоваться закатом солнца на реке или спуститься к воде, куда строится специальный спуск. Смотровую площадку решено назвать «Площадкой солнца». Нарва скоро станет жемчужиной туризма. И отсюда дальше пойдет, отсюда примерно 400 метров набережная реконструируется по совместному проекту. Если вы посмотрите на другой берег реки, то там тоже видно, как строится набережная. Правда, там кусочек небольшой, 100 метров всего. Но это совместный проект Нарвы и Ивангорода, в рамках которого мы получим, я думаю, что это будет самая красивая набережная в Эстонии. Создатели подчеркивают, что променад станет связующим звеном между пляжной зоной на Липовке, Нарвским замком и обновленным портом, где уже сейчас проходят тренировки по водным видам спорта. А берега украшены, да, и укреплены огромными валунами, которые свезли сюда со всей Эстонии. Такой вот своеобразный символ. Александр Сахаров, Ихопресс, Первый Балтийский канал.